Должна знать, по сути. Ну нихуя ты дуралей закинул 30 рублей. По факту. Соси хуй. Отличный день сегодня, 23 февраля. Бабы. А. Бабы. На нахуй по жопе, блядь, слышишь? Вот это да. Все, день отпраздновал, все. Блядь. Победа. Нихуя не понимаю. Хирова перепишет. Кто так, Вадя, сейчас будете да. Сейчас. Да, мы сейчас собираем. Давайте собираемся через 8 минут. Зайдите в Дискорд, кто будет играть. Все, тогда я кто такой Тахиров? Я досмотрю ролик и пойдем собирать. Боже, блядь, Динсуха. Что это за хуйня? Да я не знаю, я только Джамала знаю. Все. Вот это что за... Да Серёж! А, вон Хико сидит внутри. Я в таком прикиде был внизу, точнее. Ты, дурка, понял? Хико. Я мафиози, блядь. Мне похуй. А если говорят... Нет, реально вот такая дамочка. Ля какая? Ля какая? Ля какая? Здрасте. Пацаны, куда я, в дырку или в ментовку? Да Серёж! Что, на тебя либо как вор, либо как сумасшедшего? Ну нихуя, ты дурали, закинул 30 рублей. Да мы смотрим твои моменты, блять, это вообще кринж полный. Да нормально, чё. Ну да, там немножко кринж, когда... Ну нихуя, ты дурали, закинул 30 рублей. Соси хуй. Ну чё, реально, я просто смотрела на камеру, смотрела как... Пиздец кринж. Ну типа я я смотрела просто, как мне подходит халат, не подходит. Вообще подходит, вообще идеально. Серёж! В дурку. В дурку идеально. А ты прям на стример переодевалась? Прям голая стояла, что ли? Да, блядь, да. Это тебя интересует больше всего, да? Конечно, блядь. Я бы тогда даже на стрим зашел, блядь. Бля, мне жалко просто этого человека, блядь. Как ему так не... Да. Я не понимаю, блядь, за что, нахуй? За что ему просто это? Я не понимаю, блядь. Что он такого в жизни делает? А возможно, за то, что он PUBG играет, блядь. Так это смешно. Здравствуйте. Пошли в дурку. Поехали. Самое главное, знаете, что не затухнуть, блядь. Не затухнуть и просто, блядь, оставаться тем, кем были вы вчера. Я все-таки, блядь, Правильно, а если вы остались с кем были вчера... Если бы тебе так не повезло, я бы тоже пиздил, блядь. Что делать, остается нахуй. Мага, ты будешь играть тоже? Блядь, да сейчас соберем. Сейчас я в доту смотрю. Ну, Мага сладенький. Я топлю за это просто. Моя свобода, моя радость. Да мне тоже на 30 рублей заебало уже. Пузырь, блядь, у тебя есть маска? Ага. О, GTR по контенту. Тебя слышно, слышно, Андрюх. Сейчас будет, смешнявка, кто-то кого-то собьет. Алло, бля. Ну, меня не слышно. Меня слышно? Блять. Меня слышно? Меня слышно? А меня? Блять, меня не слышно. Да, да, тебя слышно. Меня слышно? Алло, меня слышно? А меня слышно? Да, слышно. А меня? А меня слышно? А тебя? Тебя слышишь, да, меня. Короче, все, 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 всех слышно. Короче, слышишь? Окей, делай паркур жесткий. Да, покажи скилл. Вот вам, красава, каравай. Такие, как Ксюша, ну, в плане, вот, они, ну, типа, мясистые, блядь. Да они мясистые, иди нахуй. Нихуя ты дуралей закинул 30 рублей. Соси хуй, эй. Мясистые, блядь. Спасибо, Сунсгейм. Блять, мясистые это плюс. Все пацаны любят, чтобы попка была жирная. Нет, подожди, ты просто потолще, блядь, ты говоришь мясистая, и все думают, знаешь, вот как раз таки про ту, блядь. А, нет, блядь, я говорю мясистая, и все думают про кабана, блядь, китона. Блядь, закинул 30 рублей. Вот чем проблема. Сейчас, блядь, ты. Да я возьму строго за себя, и потом весь мусор просто. Ванны, блядь, там. Кроли обязательно нужен, блядь. Ебаный в рот, блядь. А Айсу можно позвать? Ну я не знаю, сколько у нас людей, просто. А. Приехали, блядь. Пиздец. Ну если чё, Айсу. Куда ты села, блядь? Алло, нахуй. Высади с нас сына. Блядь! Не, вообще там будет охрана пятерочки, чтобы, блядь, с такими, блядь, похищениями, блядь, нам, блядь, в пятерку работать, нахуй. Да на тачку не заглуши. Алло, блядь. Алло. Что это за пиздец вообще?
выключишь ПК и обратно подсоединяй. Ну вот как это могло произойти? Я, блядь, я не понимаю просто, как это происходит. Что это было почему, вообще? Почему, блядь, она залипла, блядь? Я просто, я по ней даже не бил, блядь. Как она, блядь, залипла, блядь. Говно, блядь, ебучее. Ой. На нахуй. Вход в офис, блядь. Вход в офис, блядь. Ебать, взломал, нахуй. О, отлипла, блядь, пиздец, блядь. Помогло. Она отлипла, ребята, блядь. Она отлипла, блядь, говно ебаное, блядь. Вот как надо отлипать клавишу ебучую, блядь. Красава, блядь, просто похуярил по клавишу. Все клипы, стрим нахуй удаляется. Всех, кто был на этом стриме, сука, все в тряпочку позакрывали, сука. Захлопнули пасти. Никто не видел, что я, блядь, смотрел нахуй стрим Навального. И кто-нибудь ляпнет нахуй где-нибудь в публичном месте, я вас всех разъебу, найду. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не говорите. Россиян. Меня Путин трахнет. Этот, как он называется, круги по фонтанке должны пробовать. Блин, стрёмно выглядело. Что у тебя с глазом? Он вывалится, что ли, сейчас должен был? Бля, нихуя не понимаю, ебать, это я такой тупой? Или клипы какие-то непонятные? Бля, давайте лёд в глаз. Нет, всё, ладно! Нет! Нет! Значит, старый просто разобьется, блядь. Это его коронная фишка. Я хотел бы стрелять. Еще и успевал что-то хотя бы блядь. Это нереально, чел, это нереально делать. Либо я буду таким чел, как Манграл, блядь, который просто будет нарезки со стримом. Я запарился уже. А нахуй ты вот это делаешь? Да так там нормально, он всегда прыгает, я не знаю, это хрень. Бля, старый такую хуйню делает, что он просто разбивается там постоянно. Почему блядь. Он отлетает? Это, блин, это уже становится ну, смешно от тупости. Да ладно, блядь. От каждого дня стоит 10 рублей. Нормально, при делай, блядь, ложку не возьми, блядь, блядь, мне в глаз попало. Я не буду убираться. Я тоже не буду. По-моему, ты не тот сыр взяла, Ксю. Это кусок спермы, блядь, мне кажется. Да это порошковый, нихуя не острый. Чё-то вы долго, ребят. Да, он вообще безвкусный. Распробовал, да? Ты думал, я ропнила, блядь? А что там такого? А, острика. Это остренько или невкусно? Я не пойму, это васаби? Фотки летят ко мне прямо в директ. Стоп, ей даже 17 нет. Воу, 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 воу. Я мохнатый мама, покажи мне свой флоу. Из пулемета пули поливаю в ебло. О, осуждаю! Он стекло. Базай. Севей, я вообще полный севей. Иди, но. Давай. Нет! Там бурива, ну, ничего не сбрось. Давай, говори. Как так жизнь оборвалась, бля, молодого полковника, дядь, пиздец, нахуй. Я его в попу трахал, блядь. Строго не спас, блядь, пи... Чё-чё? Прикинь, говорю, строго не спас. А, прикинь? Ну ладно, я прикинул, кстати. Ау! What the fuck? I was trying to get my res... Yeah. Строго, ты видишь? Вадя. Шо-шо, нет, не видел. С вами можно будет в кейс? Ну, наверное, да. Ебать! Она я просто кусок руки откусила, блядь. Сейчас зайду, а то я... Ебать! Ну, показывай, что там было. Одну секунду, подожди.
Хера там в чате болезни полетели. Мне Маша рассказывает, что тетушка какая-то, блядь, при посадочном у нее что-то пикало там, и она пыталась в автобус забежать, блядь, ее увели нахуй. А я, кстати, в самолетах никогда не встречал такого. Я, блядь, реально не встречал никого. Смотри, строго, ты смотришь? Давай, да, смотрю. Вадим, а примерно до скольки ты хочешь собрать? Через 51 минуту, секунду. Охереть. Понял. Минуту? В секунду. Да при чем тут сиськи, блядь, смотри, да-да-да, сейчас. Смотри, ебать, чел! Ну да. Ну сиськи нормальные, кстати, серьезно. Не, сиськи у неё нормальные, базара ноль. Но, блядь, у неё кускаровские руки нет. Ау! Куска руки. Ауч. Yeah, you better go. There's a sign over here.